А что этот парень, который должен был выехать, выехал? Не, не выехал нихуя. Вернули? Да, без вариантов уже выехать. Закончил, закрыли лавочку. Да, без вариантов. Или, или ранение, или убили, или официальный вывод, когда будет, и все. Нихуя себе. Ну, альтернатив нихуя немного. Ну да, или смерть близких родственников. Такие вот. Я уже, блядь, подруге говорил, там одной говорю, блядь, пойди нахуй, это заявление подай в ЗАГС, блядь. Я, блядь, скажу нахуй, тут, блядь, снова сказали, не, нихуя не вариант, блядь. Такие вот, ну, блядь, все возможные способы тут все пробуют, что-то пытаются как-то, ну, что-то без вариантов.